Все. Едем по Вытегры, ищем музей подводной лодки. Ты мне хоть скажи, что она тебе говорила, я же еду, ты не знаю. Едем прямо. Один светофор, второй светофор. И церковь должна тут видна быть. С улицы, прям с дороги. Ой, потише. Я потише сделаю. Я вот не вижу из-за тебя. Перестраиваться. Ну и должны быть указатели. Один же был уже указатель. На это самое. На этот музей. Смотри, наверху. Наверху подглядывал. Там, Че мы проехали? Да я не знаю, Лен, вот мы едем, ты говоришь. Тебе объяснили, я еду, куда еду. Тебе объяснили или нет? Ну вот я еду и еду. Тебе что, ну давай еще раз остановимся. Что-то церкви не вижу и почему-то дорога свернула. Давай остановимся. Видишь, прямо 650 метров. Коровами-то не пахнет, с котом не пахнет, блядь. Ну да. А вот дома просто и такие, блядь. Ну, можно это снимать? А? Чтобы я потом музыку не накладывала. Ты записываешь? Да, я снимаю. Тетеньку. Ой, что-то какой-то красивый. Беседка. О, так, через 400 метров. Долго. Ага, смотри, там машина. Это поворот будет на... Короче, туда. Налево? Да, налево. Через 300 метров поверните налево на проспект Ленина. Это водоемчик какой-то, микроречка. Поверните налево. Ну, а сейчас, наверное, вот она. А, вот она, это церковь. Ну, ничего. А вот, наверное, вот этот вот... Так а куда нам дальше? Сейчас через 300 метров поворот направо. Через 300 метров поверните направо на улицу Луначарского. Ну что, мы опять уезжаем? Нет, 200 метров. Вот тут, наверное, где-то поворот. Ну, вон, ага. Да, я тут заезжал заправляться. Дорогу напить. Поверните направо. Ну, красиво такое место. Ну вот в ту сторону сейчас, подожди, когда. Что, проехали? Нет, едем прямо. По дороге тут она какая-то без вариантов дорога. Поверните налево на Комсомольскую улицу. Интересные вещи. О, церковь. Налево. Дальше, через 300 метров. Здесь налево? Да, ага. Подожди, Толь, нет, не здесь. Я уже повернул. Развернись. Маршрут перестроен. Сейчас развернемся. Не доехали.
домики какие-то. Так, ладно. Ой, все пусто стоит. Да какие ты, я не пойму, ты его сейчас снимаешь сейчас. Красоту. Да и где-то красота вытягивай. А что тебе не нравится? Домики тебе не нравятся? Вон церковь. Сейчас налево. Красивая. Да, сейчас туда и доехать до следующего поворота. Маршрут перестроен. Поверните направо. Потише едь. Сейчас стрелочка на место встанет. Маршрут перестроен. Через 140 метров, 130 метров. Через 100 метров поверните налево на Комсомольскую улицу. Вот куда нас изначально вела. Опять ну, туда она и вела по этой дороге, а просила через 300 метров, через 60 метров. Поверните налево. Вот сюда. Так. Все, осталось 700 метров. Вот этой дороге. Усадебка, магазин. Мясная лавка. Пенсионный фонд. Нифига себе. Богатое здание. Около дома кому-то везет прям, да? Да. Такой полицейский зацепляет. Всегда здесь вот останавливаюсь и газует нихуя. Да. Косует. Ну, я так не могу, наверное. Можешь. Молчать сюда руку. Да не молчи. Они хотят, не тихо. Так, 400 метров, сейчас дорога туда пойдет. Ага. Ну да. Вот это вообще, я не знаю, им бы надо бы разобраться с этой бедой. А зачем оно, интересно? Может... Ну, вообще, ты что такой крутой? Крутой такой. Вот, смотри, домик хороший, такой аккуратный. Ага. Вот. Опять такой салатовый цвет домик. Ой, а тут да, вообще какая-то красивый. Ну, здесь, да, здесь уже более нормально. Дорого-богато. С вытягивали, сбежали, наверное. И асфальт, о, сруб, смотри, сделают. Строят. И банька, наверное, банька, да. Ой, какой красивенький. Срубик. Через 200 метров поверните налево, во двор. Не знаю. Сейчас разберемся. Ну вот он, 2 метров, 200. Вон мы подводжалось. Где? Поверните налево, во двор. Ну ты куда во двор? Ну вот сюда вот, припаркуйся. Все, на приехали мы, только не пойму, где. Вы приехали. Мы приехали. Вот тут, ну, видишь, что-то нарисовано. Кроме пожарной охраны здесь я ничего не вижу. Музей подводная лодка. Вон она. Иди. Точно. На телефон возьми. На, выключи там его как-нибудь. Так. Вот куда мы приехали. Достопримечательности Вытегры. Музей водные пути севера. Чайник? Ну вообще он горячий. Ну вообще он горячий. Тихо. Памятник в честь воинов. Музей. Часовня. Так, а куда идти-то тут конкретно? Ой, тут красиво. Они не маленькие, да? Ой, слушай, красиво. Что-то тут еще какая-то лодочка. Вход запрещен на эту лодочку. Да. Угу. Видишь, лестницу сделали, и вход запрещен. Там, я смотрю, мусора нет. А, хорошо.
Ну, так, погуляем. Это что за озеро? Онежское. Онежское? Ну, вот отсюда и лодка приплыла. Да? Ну, откуда она приплыла? Короче, в понедельник музей не работает. Сегодня понедельник, воскресенье, понедельник, выходные. Посмотрим просто так. Жалко, конечно, на подводной лодке не была. На «Авроре» я была, на подводной лодке не была. Снимаю хотя бы снаружи. Вот там БМПшка еще. Сейчас еще БМПшку сниму. На память. Я так-то и снаружи не видела подводных лодок. Хотя бы снаружи посмотрю. Так, и БМПшка. Это пасмурно как-то сегодня. Чё? Она не действующая. Речь-флот. Написано на катере, который вон там. О! Люди тоже какие-то. Ну все. Надо сфотографироваться, где лодка. Ну, давай это все. Меня не надо. Тебе не надо? А ко мне зачем? Сейчас, подожди. Надо же жить около подводной лодки. Нормально. Улица. На металл бы ее надо. На металл? Не надо ее на металл, она красивая. Вон люди тоже снимают, фотографируются. Мне красивое место. Мне понравилось. Мне понравилось красивое место. Рядом что-то интересное нашли. Кричал, что ли. Бывший. Вроде стеклопакеты поставлены с дверями. Необитаемый. Вот, добро пожаловать. Вы тигра. Вот он, причал. Так, а причал закрыт, да? Ну, да. Надо даже не пройти, не погулять. Ну, непонятно. Работает, да? Там, да нет, ничего не работает. Нет, а, слушай, цветочки какие-то там стоят. Да, видите. Живые. А, они тоже сегодня выходные. Слушай, может и правда тут до сих пор причаливается кто-то? А? Кто-то причаливается, может и правда до сих пор? А, хорошо. Вот такой причал я нашла в Тигре. Какое-то место красивое. А,
Жалко, на причал не зайти, закрыто. Так, пойду дырочку поищу. Очень хочется пролезть. Чё нельзя зайти туда? Чё, жалко, что ли? Да, тут не пролезешь. Перелезть, что ли, через нее просто? Ну-ка. В общем, я просто перелезла через забор. Я через забор перелезла. Ну как тут красиво. Во. Страшненько. Что это такое? Онежское озеро, что ли? А куда тогда тут ездить? Мама, страшненько подходить близко. Ну, в общем, все. Вытегорскую красоту. О, точно, пассажирский причал. Все, надо уезжать.